Международный турнир Open FC впервые в Барнауле. Файтерам из России противостоят бойцы из ближнего зарубежья. Первая встреча спортсменов состоялась на официальном взвешивании и face-to-face, иными словами, встреча лицом к лицу. На Титов-арене с самого начала висела напряженная атмосфера. Зрители без умолку подгоняли бойцов в клетки, и тех не подвели. Несколько поединков закончились нокаутом либо сдачей соперника. Барнаул представляли три спортсмена. Кирилл Зимановский во втором раунде одержал победу над спортсменом из Таджикистана, а Николай Нестеров техническим нокаутом выбил Чумахона Исоева. Теперь сразу несколько барнаульцев претендуют на контракт в лигу Open FC. Амин Гасимов, однозначно, я думаю, он продолжит независимо от исхода. И Гусейн Халиков. Это те ребята, которые будут дальше выступать. Ну и сегодня мы в течение турнира отмечаем ребят, будем вести с ними переговоры. И если их там тренер, менеджер примет решение продолжить их карьеру в нашей организации, то мы с радостью их подпишем. В заглавном бою вечера встречался барнаулец Гусейн Халиков с бойцом из Воронежа Вадимом Поневиным. Файтеры провели в октагоне все три раунда, показав при этом ударный поединок. По итогу 15-минутного боя победа досталась барнаульскому бойцу. Единогласным решением победа одержала Антиохина. У меня было последнее поражение, я сказал, дайте мне достойного оппонента, выиграю его, я в деле, не выиграю его, я закругляюсь, так как мне не 20 лет, мне уже 30 лет, поэтому я в деле, как я смотрю, 15 минут я спокойно отработал. Тем самым все барнаульские файтеры одержали свои победы. А вот в главном бою вечера в клетке встретились 35-летний Михаил Царев из Новосибирска и 47-летний Владимир Ивашкин из Иваново. Многие ждали трехраундовый бой, но Михаил Царев думал иначе. Болевым приемом победу забрал Михаил Царев. Новосибирец готовился к своему главному сопернику Нурсултану Рузибуеву. Однако на поединок файтер не приехал. Официальная причина – травма позвоночника. Боец он или нет, не мне решать. Но это поступок немножко гниловастый. Я знаю, что такое травма позвоночника. Судить кого-то я не хочу. Может, у него на самом деле травма. Но если у меня была травма, я снялся, да, и выставляют, что он там 10 марта будет драться, а потом уже появляется, вот вчера информация приехала, что он 19 февраля уже дерется. Замечательный, потрясающий турнир. Мне понравилась публика, но в очередной раз понравилась, потому что в Барнауле ценят и любят спорт, и, главное, умеют болеть. По словам организаторов, лига Open FC приедет в Барнаул и в следующем году. Возможно, на нем мы увидим и топовых бойцов из жаркой Бразилии. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.